Ребята, вы посмотрите! Вау, это кто такие? Это кто такие? Это электрические шарики. Давайте-ка разрушим и вместе с ними ихнего шипастого короля. А ну-ка, полетели, полетели, полетели. Что? Что? Там замаскированные квадраты были? Получайте! Но нет, я хочу все-таки всех этих электрических шариков прямо одним снарядом. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Эй, вы чё поставались? Что? Что это за уровень? Что это за уровень такой, ребята? Так, так, так не годится, так не годится. Текс. Вот там что-то запрятанные квадраты, да, сидят, значит, ага. Текс. Ха, смотрите, куда оно все поулетало. Тик. Отлично, и получай последненький. Бабах. Эй, как это он там остался? Ну ничего, электрические шарики и тут у нас есть. Вон он сидит. Так, мы начали в них закидывать вот эту штучку. Так, это было просто отличное попадание. И бам. Так, так, так. Ну, как бы, тоже неплохо. Думаю, ребят, сойдет, да? Это как бы тоже хорошо. Угу. Что у нас тут? Тут у нас тоже куча монстров. Бэмс. Так. Так. Все попадали. Теперь еще вот этого. Ах ты ж! Так. Погодите-ка. Нет, ну я хотел это получше сделать. Текс. Нет, 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 нет. Давайте все-таки вот этого не сбивать. Так. 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 Здорово. А, он сам упал. Отлично. Так, 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 бабам! У нас вышло прямо в него политой палкой. Прямо в него, ребята. Где моя третья звездочка, и вы? Так, что у нас тут есть? У нас тут есть взрывчаточка, мы сейчас туда. Оп! Да, это был не лучший случай. И тоже не совсем. А если мы вот сюда пойдем вниз? Так. Как она не сломалась? Бэбэх. Теперь мне еще нужно как-то сюда пробиваться. О, что? Это не электрический шарик, это там квадрат сидел. Так, давай домик. Давай, давай. Ну, вот этого шипастенького. Эх, вы, придется все заново. Текс, текс, текс. А если поближе как-то? Да ну я не хотел толкать эту штуку. Не очень, не очень. Так, ой, смотрите, все обрушилось. Есть. Отлично. Так, теперь пробиваемся вот сюда. У нас ничего не взорвалось, но мы и так этих всех квадратов тут победили. Представляете? Это же хорошо. Смотрите, на какой они тачке тут. Прям огромная машина, на которой они тут сидят. Из таких деревянных колес. Так, какие-то. А, это как будто тележка, это два коня. Представляете, прикольно. Так. Ой. Не очень-то и круто. Угу. Понятненько. Так. Так. Давай, давай, ломайся. Угу. Ну, здорово. Не очень-то и классно вышло. Да, она почти не ломается. Это что такое? Так.
немножко сейчас вот это все сломаем. Давай, ломайся. Так, мне осталось всего один снаряд пустить. Что-то этот уровень, видимо, какой-то не очень прикольный. Так. Вот зачем, наверное, были ежевички наши. А теперь сюда мы кидаем. Так. Они попадали, и как всегда у нас остался один квадрат. И это не было не очень классно, поэтому мы продолжим уже здесь. Продолжим тут сражаться и смотреть, что тут у нас будет. Ба-бах! Вот это хороший был взрыв. Ба-бах! Еще лучше. Это сюда. Оп. Такс. Нет! Ну нет же! Что ты будешь делать? Ладненько. Икс. Все, готово! Ребята, вот такая у нас получилась серия. Я надеюсь, вам понравилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И всем пока-пока. Thank you.